То есть сейчас мы все-таки надеемся хотя бы на то, что Китай воздержится в совбезе ООН, на то, что Китай где-то попросит Россию уменьшить эскалацию конфликта. Более того, даже голос Китая был бы очень важен для разблокировки наших черноморских портов, потому что именно с Китаем у нас идет торговля, в том числе и зерно, и древесина, и мы получали из Китая очень много товаров в Одесский порт контейнеровозами. И поэтому, если бы еще и Китай сказал, что давайте откроем судоходство, у нас было бы больше шансов на то, что мы бы возобновили нашу морскую торговлю.